Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. Ну а сегодня у нас итоги жести. Это уже, в общем, известная рубрика, периодически появляется. И главное, основное, что вы в этой рубрике видите, это топов, от которых стоит бежать на полигонах. В общем, сейчас пройдемся по всему рейтингу, пока есть возможность. Итак, Хэллоуин, ноябрь, и мы начинаем. Итак, переходим сразу в события и поехали. Итак, я занял 1340 место и набрал 619 опыта. Простите, у меня очень много планов на эти выходные, поэтому я но. Ну а мы посмотрим, конечно, тридцатки. Конечно же, наши топы нас больше всего интересуют. Кто же из всех все-таки проехал в самые верха? Итак, поехали, ребята. Топ-тур. Это что за интересный человечек? Я такого не знаю. В общем, влюбленные в мечту, ребята. Этого не видел. Возможно, кто-то переименовался. Ребят, кто знает, пожалуйста, отпишитесь. С ВВМок. Суперхлюпика я знаю. Это из ПДшников. Классные чуваки. И самое интересное, в топовом месте, ребят, на первом. Здесь 13%. На стальную гиганта в виде суперхлюпика и 18% СПДшников тоже все понятно. И Ральфик плюс 15, тоже из прекрасного далека. И вот что могу сказать, поздравляем. Ну здесь поехали, ребята, Сенсорет у нас и плюс 25. Плюс 25, запомните, по количеству человек, ну кто по 25 будет набирать. Итак, Люберок 15 у нас, 18... Дальше антитопик тоже 18, здесь пятнашка, борзик пятнашка, токсин 15, снюсь 15, 15 у нас нитроген, 18 санса, мини-злоба тоже 15, крэк тоже 15. В общем, для 30-х уровнях я специально показываю, ну, то есть, как можно больше людей, чтобы было понятно, ну, какие будут мехи. Я сам сижу на 30-х, мне очень интересно, и как бы я вам просто показываю, сколько звонок 15, 18 и 25 набрали именно 30-е уровни. Но это, знаете, это среди 30-х это нормальное явление. Тут очень много тех, кто сидит и играется прямо на этом. Ну, поехали, ребят, в платину. 23-е, 26-е уровни. И кто же у нас в топе? В топе Ауткаст, ребята, из семьи. Ну, что можно сказать? Поздравляю, поздравляю с топом. Званка, ребята, 15 максимальная, даже не 25. Так, здесь тоже Крофт у нас, тоже на пятнашке, ребята. Фелком на 13. Вообще, топовая званка хоть есть здесь? Нет, в платине, ребят, 18. Текила, 18. Луст, ребята, 15. Топовой званки нет вообще. Плюс званки плюс 25 в платине вообще нету. То есть людям не дали, видимо, не дали. Отписывали с полигонов, возможно, еще что-то. Если кто-то меня смотрит из топов, ребята, лиги на 23-26, напишите, в чем проблема. В чем проблема, почему званка 25, которая в алмазной лиге хотя бы есть одна. То есть она хотя бы есть одна здесь. Но, как бы, где, у сенсоры, да-да, у сенсоры только одна в платине, вообще просто нету. Золотой лиги, ребята, 19-22, и у нас импульс, ребята, из ПДшников, званка 18, максимальная, муня 13, и псих, короче, давайте так сделаем, слишком долго вычитывать, лишь не обидеться. Итак, пятнашка, ребята, здесь пятнашка, Максимус 18 взял, всего 18 взял Максимуса, Токси, пятнашку взяли, так, ниже званки нету. Итак, платиновая лига, ребята, в пролете, золотая лига тоже в пролете. Нету званки плюс 25, независимо от очков опыта, да, которые, ну, имею в виду, люди набирают просто фактически вообще нереально. Итак, серебряная лига. Серебряная лига. И здесь у нас на первом месте Белугин 18% званка. ВВМки. Мисс Лето 25. Вот, вот, ребята, одна была званка в алмазке, вторая в серебре. То есть 25-я есть. Хоррор 18, Мистер Лето 18,
Стальной гигант тут тоже 18. Дебошир, Левада, Леди Секс. Так, нормально. Несущая бред 15. Фло 15. Слушай, ну хорошо, реально. Золотая, ребята, лига 19-22 и 23-26 более-менее разгружены. Серебряная очень сильно нагружена, очень сильно. Ну вы по очкам можете, да, здесь смотреть, здесь уже 25, 23, 25, 25. То есть можно сейчас, мы сейчас тем ниже будем спускаться, я думаю, тем больше будет очков и больше будет мощности уходить. Так что поехали. Мы уже заметили, да, что золотая 25-ка у нас, ребята, здесь одна. То есть здесь одна. То есть потом дальше увеличение очков у нас идет. Идет в соответствии вниже, идет сюда, потом сюда. Дальше сюда выходим, да. Вот у нас две званки здесь на 25-й, да. Даже, нет, не две, одна званочка. И на бронзе. Что же у нас на бронзе, ребята? А на бронзе у нас Белоснежка, да. Насколько... Белоснежный или Белоснегы, или, ну, в общем, прости меня, если неправильно читаю. В общем, званка, ребята, 13, 26 тысяч, нормальненько. О, жена картона, 25, ребят, 25. 15 шеф-код набрал, кусь ласково. Пятнашка, о, Зу, 23. Ха, Матвей, привет, привет, Матвей. Отлично, красавчик, пятнашку взяк. Токсичность 15. Black Steel, ребята, 15. И все. Итак, хорошо, в серебряной лиге, ребята, есть один со званкой в 25. В бронзовой лиге есть со званкой 25. И самое интересное меня поразило, что буквально, смотрите, 26-481 и 26-589. Буквально вообще на последних жестях, видимо, на последних вообще полигонах вырвал топ, ушел вперед, сказал, вот вам всем, вот. В общем, красава, молодец, молодчинка. Ну и давайте самую, ребята, конкурентную. Ну, сразу говорю, самую тяжелую из всех. Как ты говоришь, что как бы вернуться нам, пожалуйста, в дерево. Нет такой драки, ребята, среди донатов. Только в дереве она есть. А вот на алмазке больше сражаются так на расслабоне. Но количество донатов, конечно, в алмазке намного больше. Ну и что ж, деревянная лига. Тру-тру-тру-тру-тру. Ребята, 30 тысяч очков. Вообще просто. Нотис, ребята, Лето Сити. 25. Заноза. 18. 27 тысяч. Ребята, корпус 25, вторая званка 25, ребят, но на 23. И здесь же Нордик, ребята, еще 25, нифига себе, бумпа, пятнашка. Ой-ой-ой, вот тут драка-то, конечно, Старзон, ребята. Но тут, кстати, меньше, а нет, вот еще есть. Мало тоже, но все равно Труд Кэббл, блин, фиг выговоришь, кстати. Ну, слушай, хорошо, прям хорошо, но, ребята, три званки, и все, ребята, в дереве. Все три 25-х. Ну, слушай, ну, круто. Ну, 30 тысяч очков, ребята, это рекорд. Нотис у нас нафигачил, конечно, просто вообще здоровско. Ну, поздравляю корпус Нотиса, ребята, Нордика, поздравляю с 25-м званием. Вообще классно. Ну, это самые топовые, ребята, кто вообще выбили. Блин, здесь хоррор. Ну, тут нету, говорю, ребята. Тут, блин, вообще просто жесть. Итого, поехали. Деревяшка 3, ребята. Бронза 1. Насколько я знаю, да? Да, бронза 1. Топовая, так, серебро 1 званка. И золотая и платиновая лига вообще в пролете. Здесь вообще никого не было. И здесь, ребята, 1 званка у сенсоре 25. То есть, вы видите, как среди 30-х тяжело фармятся очки. Просто, ну, колоссально, да. Это вот, ну, огромная разница между деревяшкой и вообще алмазкой. То есть, просто, просто жесть, конечно. Это просто жесткач. Ну что ж, ребята, а что вы думаете вообще по поводу мехов? Что вы думаете по поводу того, что такая огромная разница? Я всегда говорю, если вы пришли, ребята, на 30 уровни, ждите, что будет очень трудно. То есть это реально очень сложно. Но вот в дереве посмотрите, какая происходит просто... Ну, не знаю, как это назвать. Очкососательство. Хорошее новое слово. Очкососательство. Ну, ладно. В общем, жду от вас комментов. Хочу посмотреть,
как вам вообще понравилась данная жесть, как вы поучаствовали. Ну и что же могу сказать? Поздравляю с 3 топовыми званиями деревяшку. Ну, что неудивительно, если честно. Думаю, что от полигонов там с мультами, скорее всего, мало отписывает. Да. Ладно. Всем счастливо.